Меня зовут Никита, это Балу, бородатая гамма. Это вторая моя рептилия, купленная в зоомагазине. Пришел в зоомагазин просто и увидел его, и влюбился. Жил он у меня год, и потом мы просто поняли, что надо какой-то осмотр провести, потому что, ну, как бы и глисты могут быть, гельминты разные. Ну, поэтому мы пришли к выводу, что мы должны найти себе нормальную клинику. Искали разные клиники и были, забили в Google лучший герпетолог Киева, и вот выбила Мария Зоолюкс. Вот мы приехали, нас осмотрели, у нас были гельминты, и мы решили как бы лечиться, принимали разные препараты, я дома сам давал их, и мы с Марией, как бы она нам подсказывала, что делать и как. И вот так, как мы его вылечили, у меня разные рептилии есть, и лечили, и лечили, и лечили их. До сих пор еще не вылечили, но уже в процессе. Герпетолог Мария очень реально крутая, она относится к животным как к своим. Она даже предлагала их забрать к себе, когда лечили, поэтому как бы претензий к ней точно никаких нету, только положительные эмоции от нее, потому что как бы мы приезжаем сюда уже пятый или шестой раз, и каждый раз она их так осматривает, как своих детей. Поэтому все очень круто.